Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. У осінній період серцево-судинну систему нашого організму потрібно обов'язково ретельно доглядати. Отже, сьогодні ми розкажемо вам, за якими принципами це краще робити та як зробити так, аби ваше серце завжди було у нормі і завжди було здоровим. Отож, до нашої студії ми запросили Сергія Степанова, лікаря-методиста комунального підприємства «Обласний центр громадського здоров'я». Дуже раді вас бачити, пане Сергію. Добрий день. Тож, серцево-судинні захворювання, вони найскладніші. І смертність саме від серцевих проблем найвища у світі. Потрібно дбати про серцево-судинну систему нашого організму. І особливо це стосується таких перехідних періодів, наприклад, осінньо-зимовий чи весняно-літній. І в ці періоди ми повинні особливо ретельно дивитися, що ж не так. І, звичайно, не лише стежити за собою, а ще й робити деякі фізичні навантаження, їсти правильну їжу, отож слідкувати за здоров'ям. Пане Сергію, от як ви рекомендуєте, з чого потрібно почати і як же ставитися до себе та свого здоров'я саме зараз? Да, я хочу сказати, ви правильно сказали, смертність очень високая, именно от сердечно-сосудистых заболеваний, она также прослеживается в других странах европейских, но у нас этот показатель более выраженный, вот, где-то порядка 600 с лишним смертей за прошлый год по Украине, из них 62% пришлось на сердечно-сосудистые заболевания, 62%. А чему, как вы думаете, с чем это связано? Вы знаете, это многие факторы. Тема очень большая, если так раскрывать ее, то есть как правильно с момента рождения, далее учитывая наследственность, учитывая многие факторы питания, социальные вопросы, экологические вопросы и так далее. Вообще ученые доказали, что вот здоровье складывается из таких факторов, как 20% – это наследственность, то есть наши бабушки, дедушки болели. И надо помнить, оно не должно как бы давить, что ты вот тоже обязательно будешь болеть этими же заболеваниями и так далее. Но эти 20% все-таки надо учитывать. И при многие врачи, когда на опросе в кабинете спрашивают наследственность и так далее, то есть они не случайно хотят где-то проакцентировать, чтобы человека правильно обследовать в дальнейшем и поставить, как говорится, на, если нужно, на учет вовремя и вовремя боротися з таким заболіванням. Як ви сказали, пане Сергію, що це може давити усе життя на людину. Це психологічний момент, звісно, більше частина. Це теж треба враховувати, тому що... Можна. Я от далі буду останавливатися на тих же фізичних і інших как бы подходе, как правильно, питание и так далее, которые могут сыграть роль положительную в этом вопросе по наследственности и уйти от этих вопросов максимально, как говорится. 20% идет на загрязнение, то есть среда, внешняя среда, в которой мы живем. К сожалению, да, надо констатировать, что эти моменты играют роль тоже на ряд заболеваний, онкологии и так далее, и в том числе на сердечно-сосудистые заболевания. 10%, 50% и на образ жизни. Угу. То есть фактически образ жизни – это наше. Все в наших руках. Большая часть процента – это в наших. Тобто, якби ми, наприклад, слідкували за собою, вели правильний спосіб життя, їли здорову їжу, то ми б, можливо, совершенно і не, хворіли, так? Але ж трапляються такі випадки саме серед здорового населення, серед фізично активних, серед молодих, трапляються випадки отакі. Так, коли якось нежданно-негадано, а серцево-судинна система починає давати збій. Чому саме так відбувається і як тут проаналізувати? Можливо, і правда, треба щось змінити у нашому житті. Можливо, це стреси також. Це може бути. Якщо так розсуждати, звісно, питання як внутрішнього порядку, так і, будемо так говорити, на рівні нашого держави, государства, коли треба улучшити ситуацію по соціальним моментам, да? В принципі, дуже дорогі лікарства. Не каждый позволит себе выйти на тот уровень препаратов, который рекомендует, допустим, тот же семейный врач, принимать именно этот препарат, а не другой. Приходится человеку, если это в возрасте, то исходя из той пенсии, которая есть, он же будет выбирать так, где-то среднее или где-то дешевле, потому что надо оставить на подарки внукам, внучкам и так далее. Ну и так на проживание. И на проживание, безусловно, да. Поэтому
Этот момент есть. Да, вот 10%, которые я назвал, это идет на состояние медицины в государстве. То есть вот такая раскладка 20, 20, 10 и 50, как я назвал, они складают вот такую складовую, как говорится, ситуацию. Вот. Поэтому если это случается, надо, чтобы не случалось, чтобы не было заболеваний. Если заболевание вовремя раскрыто, это цель профилактики, и чем занимается центр наш, в принципе, наша задача – это профилактика, раннее выявление с помощью подачи информации, чтобы человек знал, как выявить это заболевание и так далее. По сердечно-сосудистым заболеваниям, безусловно, рекомендуют по возрасту начинать достаточно рано, то есть порядка, ну как рано, 35-40 лет. Обращаться к врачу, сделать кардиограмму. Многие работы, которые на предприятиях, люди проходят комиссии. И там оговаривается и возраст, и когда нужно что проходить. Это, конечно, предусматривает кардиограмму, которую надо сделать. Человек должен знать свое состояние по сердцу, есть ли аритмия, есть ли какие-то изменения. Вот. Общий анализ крови. Это общий анализ крови, который элементарно подскажет врачу, что есть какие-то изменения или какие-то склонности, как говорится, к каким-то заболеваниям, надо проанализировать и так далі. Угу. Вот. Ну, це, в принципі, люди все знають, вони все роблять. Они знают, да. Ну, в принципі, постійно. Как-то за суетой, за сложностями жизни, как-то это упускается, и, к сожалению, вот, уходят от этого, плюс погрешности в питании, которые происходят, стрессы. Безусловно, играет роль человек, выйдя на работу, и искать рабочую, очень сложно найти другую работу. Он старается на этой работе, безусловно, максимально работать, выдерживая все, значит, и в этом плане. Угу. Ну, вот. Тобто це отакі от фактори ризику, да, малоподвіжний образ життя, які впливають на людину, на стан серцево-судинних захворювань. Це все грає роль, плюс питання, безусловно, да. Харчування. От ми, до речі, з вами почали вже говорити про те, що дуже важливо мати той комплекс їжі, який ви собі плануєте, так? Угу. Це повинні бути продукти, які дають вам силу, енергію, ну і поповнюють усім необхідним ваш організм. Часто лікарі звертають увагу на харчування в першу чергу, тому що це взагалі впливає на стан здоров'я людини. Ми вже можемо розділити, які продукти нам бажано би вживати, але виходячи з ситуації з серцево-судинними захворюваннями, то скажіть, будь ласка, на що треба звертати особливу увагу? Які ж продукти треба вживати, які дуже потрібні, особливо якщо це ось цей період, особливо якщо це зараз такі можуть бути, да, стреси в людей, і ми знову в зоні дискомфорту, так, незважаючи вже на інші ситуації, ми справді зараз знаходимося в такій ситуації. Тому що треба їсти, от на ваш погляд. Ще один момент, який, в общем-то, относится, названі фактори риска, які розполагають розвитку заболівань, в тому числі гіпертонічної болезні, развитию атеросклероза, то есть ишемической болезни сердца и так далее. Повышенный вес. То есть этому надо уделить большое внимание, потому что люди с повышенным или ожирением, по данному, есть расчеты, которые проводят на уровне поликлиники, семейный врач может сделать, помочь человеку определиться, насколько у него все-таки вес повышенный, и можно ли ему питаться та или иная, значит, рацион того питания, которое будет предусмотрен, подобрать. Есть диетологи, есть... Ну, звичайно, так, да, так, так. Тобто людина з, ситуации, да, з більшою, ніж потрібно, вагою буде, да, если буде человек мати худой, проблеми з серцем. Да, если высокий, молодой, худой или худая девушка, допустим, и так далее, наоборот, хочет поправиться, да, есть такие, вот набрать надо 5 килограмм, там 7 килограмм хочу для внешнего вида, там, и так далее, для здоровья.
вот, то это другая ситуация. Вот. Ну, а худим, в любом случае... а худим? От ви так почали вже про це говорити, ви вже тоді завершите свою думку. А, тобто, якщо вони худі, наприклад... Да, то... Она может позволить себе немножко больше, может то быть... Що? То що? Це добре для здоров'я, для організму, чи ні? Ви знаєте, там є грань між худими і очень худими, коли чоловік входить так називаємо анорексію. Ну, звичайно, і, не да, анорексія, тут, але якщо тут це грань показники... можна потеряти. Если человек остается один на один и никто не влияет на эту ситуацию, то вот это очень опасно и очень плохо выходить с этой ситуации. А так, колебания в 2-5-7 килограмм, то спокойно немає можно... Немає різниці, так? Можна спокійно да. жити. Но я хочу сказать все-таки о диете. Диета без холестериновой максимально. Дело в том, что холестерин – это жироподобное вещество, которое вырабатывается нашим организмом. 70-80% этого холестерина вырабатывается печенью, другими органами, большей частью печенью. 20% заходит к нам с едой. Заходит с едой. И поэтому немаловажно, холестерин очень нужная вещь. Сказали вот такая, знаете, пугают холестерином, что это очень плохо. Да не ешьте масло, бо там холестерин. Да. Не ешьте сало. Все надо в меру. Не ешьте сало. Сало, оказывается, тоже. Одни авторы пишут очень много за, другие... А ну, ви як вважаєте, сало ви знаєте, потрібно? Значить, 30, я нашел серединку. 30 мг сала суточно. Можно есть и нужно есть. Да, витамины есть, жирорастворимые витамины. Да, есть ряд кислот, ненасыщенных кислот, олеиновых и так далее, и так далее. Не буду сейчас по названиям, вот, которые выполнять будет роль и против холестерина и так далее. Но это 30 миллиграмм. Просто так же, как и в спиртных напитках, нельзя делать больше, принимать того, что навредит человеку, отложится у него. А сколько тогда треба алкоголя? Ну, сколько можно? Ну вот порядка тоже 30-40 значит, миллилитров на чистого в рекомендациях, но ну, опять-таки, бокал вина опять-таки, можно? Да, но опять-таки надо же учитывать заболевания, которые есть, или расположенность заболеванием. Вот, если человек с гипертонической болезнью, однозначно постараться нужно сократить это дело до семейных праздников, а не искать, угу. так сказать, с друзьями или куда-то что-то как-то. Угу. Или праздники, тиск. Которые календарные и так далее. До речі, ось, пане Сергію, справді, кажуть, що от високий тиск, так, це вже ризик. А низький тиск? А низький тиск, смотрите, значит, он, в принципе, как говорится, я всегда говорил и на лекциях, и так далее, с двух зол это меньше. То есть в тех случаях, когда тиск низкий, низкое давление не дает ну, сигналов о том, что голова болит, часто очень беспокоит у людей с низким пониженным давлением височные области, лобные, иногда затылок беспокоит. И поэтому человек должен обратиться, обязан обратиться, тем более, если наступили те, допустим, 40 лет, которые есть. Но я условно так взял, где-то в этот период все-таки начинают проявляться те заболевания, которые были скрыты, которые пришли, может быть, со временем тех неблагоприятных условиях, в которых человек работал, жил и так далее, и они начали появляться. Угу. И это тиск, значит, может быть тиск сигналом? Может быть сигналом для, при различных заболеваниях. Заболевания эндокринной системы, пороков сердца, тиск может быть пониженный. При беременности бывает понижение за счет расширения максимально сосудов кровеносных, питания и себя, и плода, как говорится, и так далее. Вот. И при ряде других ситуаций. Поэтому... От бачите, на все треба звертати увагу. Да, все надо... Все це зробити. Поміряти тиск, так, сходити до лікаря, зробити оту діагностику, да. перевірити кардіограму, зробити усе необхідне для того, щоб мати картину. Коли у вас буде на руках вже повністю усе, і лікареві, мабуть, буде легше впоратись із завданням, конечно. Що ж з вами конечно. Так стається? Якщо, звісно, у кого є можливість взяти апарат, купити, пить, да, по измерению давления, вести дневник, записи, в какие часы у тебя. То есть, в принципе, это несложно, если человек находится дома особенно, да, не работая, в декрете там, и так далее. Если утром, вечером померить давление, это можно. До работы, после работы, если есть особая необходимость в этом.
От. Ну, угу. Где-то так. Пане Сергію, а ось ми вже сказали про харчування, так? Це менше жиру, менше жирних, жирної да, їжі. Вот смотрите, є такі... Але сало можна трошки, 30 грамів, ну, 30 сказали. Грам. Это очень сложный такой осторожный вопрос, который ученые как бы относятся а по-разному. А чого не можна ні в якому разі? А потому что там є жири такі і сякі. Ні, я не про будем сало, не про сало. Взагалі, чого не можна їсти ні в якому а потому, разі? А тому, що йде отложение. Організм просто не може переработати тот холестерин, который вырабатывается своим организмом, это, как мы сказали, 70-80%, а мы добавляем еще едой. Угу. Да. Мы добавляем едой. Получается, он полностью не перерабатывает. Он не нужен столько. Это строительный материал для клеток, для мембран и так далее. Ну, то есть мясо это... обезжиренное треба есть, так? Да, мясо желательно. Обезжиренное мясо можно, если захотелось вот жирных продуктов. Возьмите рыбу, ну, морскую рыбу. Безусловно. Если брать речную рыбу, рекомендуется не жирную рыбу, судак, там, другие, угу. Так сказать, не жирную рыбу. А если морская рыба, начиная там красная рыба, скумбрия и другие, кто может позволить себе по финансам и так далее. Если не получается это, можно подключать рыбий жир, который есть. Ну, я не буду рекомендовать это, потому что это, в общем-то, врач должен, но посмотреть за уровнем, сдать вовремя анализ, липидограмму, посмотреть, какой холестерин, какие липопротеиды. Есть плохой, вот пишут в интернете, плохой холестерин. Липопротеиды низкой плотности. Да, это он творит все чудеса, когда откладываются бляшки в кровеносных угу. сосудах. А что тогда, ну вот вы сказали так, рыбу, так? Да. Молочные продукты Молочные можно продукты есть? В меру можно. Не жир. Жирное, да, сметану так ограничить. Яйца тоже содержат достаточное количество холестерина, но опять-таки одно, два, три как бы там неделю можно, в принципе, да, можно есть. Это все можно. Масло, ну, ограничить, но есть тоже можно. Вот, в принципі... А якщо такі смажені, як люблять, знаєте, засмажити курочку, щоб там шкірочка да. Лучше, конечно, була золотою, чи нет, картоплю смажену. Ні, от шкурочку зараз треба убрати. Оце да, забираємо. От рекомендують це кардіологи і спеціалісти убрати іменно ту шкурку, которая покриває, як говориться. Звісно, в цьому плані більше виглядить, наверное, ну, біла, так сказать, ну, часть м'яса. Ну, апетитніше, звичайно, да, коли но... зі шкірочкою. Да, але що ну... робити? Якщо ми дбаємо про своє здоров'я, то потрібно враховувати і ці також рекомендації лікарів. Пане Сергію, ну от з приводу харчування ми вже поговорили, і з приводу того всього, чого треба уникати. Звичайно, ми зрозуміли, що потрібно ходити вчасно до лікаря, перевіряти стан свого здоров'я, і тоді буде вже зрозуміліше нам усім, як далі потрібно рухатись. Я не остановився, да? Наверное, на фізичній активності в плані. Ну, вже останнє ваше слово, будь ласка, тому що час підходить. Ходить до кінця, тобто іще і додаємо фізичних вправ і навантажень. Да, обязательно. Прогулянок. Не надо, да, є ограничення, которые это надо подобрать с врачом, будет обязательно. Порядка 120-140 ударов в минуту, если ты делаешь, выполняешь упражнение, и ты к этому вышел, померил. А у нас что есть? Пульс. У кого есть тонометр, это давление и термометр, да, в основном, кожные покровы и жалобы. Это можно дома оценить свое состояние и как бы уже быть мини-врачом для себя, для близких и так далее. Вот, поэтому я хочу сказать, чтобы наше население все-таки обращалось, да, сейчас с ковидом немножко сложно, да, семейные врачи не могут, может, столько уделить внимания по их сопутствующим заболеваниям, рассказать то-то, 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 дать советы в полном объеме. Поэтому... Ну, я думаю, що люди будуть звертати увагу на себе більше, особливо да. Після того, як вони вже чують рекомендації лікарів звідусіль. Звичайно, ми собі не вороги, ми повинні дбати про своє здоров'я, розуміти, що це дуже для нас важливо. Я вам дуже дякую, пане Сергію, що прийшли сьогодні до нашої студії і багато чого розповіли. Ми тепер візьмемо до уваги, що треба їсти, як треба взагалі ставитись до свого здоров'я і що треба рухати. Звичайно, кожен да, собі движення та життя вдома і в даній ситуації може бути лікарем, так, і дбати про своє здоров'я. А ми зустрінемось з вами за декілька хвилин.